хочешь снимать? Давно на красной линии не катался, вот. Ну, на Сокольнической линии. Да, попался Русич. Поезд Москва 2019. Когда-нибудь его я тоже отсниму. Схема Сокольнической линии. Если бы подъехала либо красная стрела, либо ретропоезд Сокольники прям первым. Вот еще Русич там был. Русичи, кстати, на красной линии уже многовато стало. В результате их ухода с Арбатско-Покровской линии. Двери закрываются. Следующая станция – Комсомольская. От станции Красносельская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Вот, проезжаем уже на старой линии. На самой старой линии метро. Сокольнической. Перегонялась, что ли? Так, мы на Соколь, на Комсомольской уже. Комсомольская. Переход на кольцевую линию. Выход с железнодорожной станции площадь 3 вокзала, 2 диаметр и вокзалом Ленинградскому, Ярославскому и Ярославскому. Вот там указать уже МЦД-4 вот уже есть. Да. Русич на старой ветке попался мне. Русичи эксплуатируются с 2020 года на красной линии. Ну, на Сокольнической. Я уже давно не катался на этой линии. Ну и вот мне Русич попался.